Приветствую всех на моем канале. Это уже очередная закупка у нас с магазина Магнит, гипермаркет. Сейчас покажу, что мы купили. Вообще покупка нам обошлась в 4000 приблизительно, но 1000 скидка и на 3018 вообще шикарная. Так, это у нас товарищ. Посмотрите, какой тигр. Такая вот шапка. Мы его купили прям как раз вот к Новому году, к Дню Тигра. Я сейчас скажу, сколько он стоит. Без карты он стоит 500 рублей, а нам обошелся 299 рублей. По акции тоже Рафаэлов. Вот до сегодняшнего дня она стояла в магазинах 300 рублей. Вот я смотрела и удивлялась. Куда такую цену? Сейчас акция 179, поэтому взяли. Маски. По 79 рублей, это желтенькая. И черная по 119 рублей. Такие они прям плотненькие. Дальше молоко. Молоко у нас по 60 рублей. 1,5% белорусское. Такое покупаем часто. В обзорах оно у меня есть. Три таких вот любимых сока по 19 рублей. А по акции мы берем с чаем 44 рубля. Паштет. А дальше яйца 240 рублей. Мы взяли как раз 2 по 3 десятка. Вот нам надолго хватит. А по 50 рублей наисвежайший. Берем только когда он свежий. Ролл пшеничный. Я его использую вместо хлеба. А хлеб по 12 рублей. Дальше купили вот такие вот мандарины. Кстати, сейчас у нас акция в Магните на них 69 рублей на 54 рубля. Так, 139 рублей тоже пресс-литовский масло. Сливки по 30 рублей, 10%. Это вот я хочу на готовку. Бондюэль, молодой горшок. Горошек вот такой. Вот у них самый вот вкусный горошек и кукуруза. И мы купили сыр. Там бешеная просто акция на него была. Вот. И как раз вот на Новый год набрали. И так дома покушать. Ну, 269 рублей за килограмм. Ну, вообще-то это просто шикарно. Вот мы взяли таких 4 кусочка. Вообще... А я думала покупать, не покупать. По сроку нормально как раз получается. Ну, в общем, вот. Все сказала. Все показала. Вот такой вот у нас тигр. Ну, очень понравилось его смешные глаза и шапка-ушанка. Вот. Ну, в общем, на 3000. Все. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.